Всем привет! И мы продолжаем свой репортаж с прекрасного конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия Вселенная». Рядом со мной находится прекрасная, очаровательная Мария Тарханова. Наконец-то мы с вами познакомились лично. Директор продюсерского центра «Останкино». Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше настроение? Очень хорошее настроение, столько красивых девушек. Я даже не ожидала, что в таком красивом месте будет. Мне так все нравится, пока все хорошо. Часто бываете на подобных мероприятиях? Да, я часто бываю, обычно я сижу в жюри и какой-то из девушек, который мне больше всего понравится, дарю пиар. Но сегодня я не успела принять участие в качестве жюри, потому что недавно только прилетела, освободилась со своих тренингов, поэтому я в качестве почетного гостя. Но, несмотря на это, если мне кто-то приглянется, я вполне заберу в Останкино девушку. Скажите, какие критерии, по каким критериям вы производите оценку девушек, оценку участниц? Знаете, обычно я даю задание, и по результатам этого задания приглашаю их для пиара. Но у меня глаз уже наметан, я сканирую людей уже легко, и, конечно, для меня очень важно две вещи. Это первое, чтобы человек был творческий и открытый, чтобы он, в принципе, смог вывести такую нагрузку пиара. А второе, то, чтобы у него были высокие моральные и нравственные ценности, чтобы все-таки с экрана нести что-то разумное, доброе, вечное. А как открыть двери телевидения? Смотря с какой стороны экрана вы хотите быть. Если вы хотите открыть двери телевидения в качестве профессионала, как я, быть журналистом, продюсером, тогда это нужно хорошее, блестящее образование журналистское. Если вы хотите быть по другую сторону экрана, если вы хотите давать интервью, то это тоже ко мне. Это нужно обращаться за пиаром. И самый главный критерий – это быть настоящим экспертом, настоящим профессионалом, лучшим в своей области. Если вы таковым являетесь, обращайтесь, сделаем из вас звезд. Вот так говорит Мария Тарханова. А что пожелаете сегодняшним участницам? Я пожелаю им выдержки и терпения, и самое главное, это не красота внешняя, а красота внутренняя. И если девушка по-настоящему понимает эти слова, ее красота излучается изнутри, и это невозможно не заметить. Я желаю сияния. Давайте пожелаем красоты и победы нашим участницам. С вами была Наталья Колоколова, специально для телеканала Show Women's.